Итак, в общем-то, мы сейчас находимся на проспекте Труда. Это был конец подъема по Космической. Мы его преодолели. Одометр показал, что это всего лишь 2 километра, там 30 метров. Ну, я думаю, это на поворот, что мы сюда повернули, потратили. У Ромы 12598, тоже 2 километра добавились. Ехал. Я первым ехал, у меня вышла скорость 18-19 км в час. В некоторых местах помогал педалями, я не буду скрывать, что... Потому что это первый раз я на эту гору на этом мопеде выехал. Роман, расскажи, как твоя Ямаха вышла на гору? Нормально. Нормально, какой ты передачи шел? Третий. На третий? Да. Капец, вот у нас мопед с 6 передачи. А ты чувствовал, еще можно было бы еще быстрее на нее выйти? Или ты специально за мной шел? Конечно, специально за тобой шел. А, то есть ты меня страховал. Ну да. Я понял. То есть на горе, чтобы вы понимали, ну, мы снять не могли, потому что штурмовали ее. Сейчас вот специфика этой горы в том, что на этом подъеме есть 2 светофора. И нам повезло, что мы уже на мигающий зеленый их оба проскочили. Как говорится, вот с этой скоростью 20 км в час так попали в этот зеленый коридор и, в общем-то, их проскочили. Там на подъеме, где-то на районе первого светофора, уже стояла фура. У человека беда с коробкой случилась, он не смог выйти. Желаем ему удачно отремонтироваться, дальше продолжить путь. Да, с кем не бывает. Ну, в общем-то, прочностью наши мопеды гору преодолели. Это испытание прочности. Все, продолжаем наш челлендж.